Добрый вечер, Роман. Ты еще в офисе, милый? Просто у меня очень много работы. Нужна идеальная отмазка? Да! Закажите у нас супер-алиби. Мой стартап с алиби взлетел, я нашел свою любовь. В общем, все идет хорошо. Один мой женатый друг познакомился с молодой женщиной. Он встречается с ней по выходным. Как его зовут? Имя вашего друга? Жан-Клод. И тут мой будущий свекор оказался... Привет, пап. Привет, Жан-Клод. Жерар. Моим же клиентом. Привет, мам. Мы отмечаем юбилей, 30 лет брак, но Жерара не будет. Жаль. Командировка. Жена в той же гостинице. Что мне делать? Мы в полном дерьме. Должен предупредить, я иногда отрубаюсь. Ничего, тогда сделаем остановку. Ты продержишься? Да, без проблем. Супер. Давно это у тебя? Нигде! 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 Отни сейчас же! Старый трюк с поломкой? Поломка настоящая. Ну да, а у меня грудь настоящая. Ой, извини. Козел! Все зашло слишком далеко. Слишком далеко, чтобы теперь останавливаться. Я сам разобью стекло, ты можешь пораниться. Ты в порядке? Да. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не умеешь врать. Ладно, я все расскажу. Это все ложь. Что ложь? Он еще ничего не сказал. А, извини.